Если сегодня не собрать, завтра будут червивые. О, грибники подтянулись. Полный лес народу. И люблю. Люблю, когда в лесу тихо и никого нет. И птички поют. Ну, грибочки все хотят. Буду потом. Вот тут по травке ходи и собирай. Блин, фотограф. Ольга ведро взяла. Наверное, 10 литров. Конечно, соскучились. Да, просто сам. Да, вот тут уже постаревшие. Ну, тоже не сплошняком. Вот в высокой траве. А так в лесу сухо. Столько времени, но 2 месяца не было дождей. Главное не торопиться, а получать удовольствие. А то сейчас быстренько корзинки наберем. Что, домой ехать? Ладно, у Ольги ведро большое, пока она там наберет. Вертолеты летают, проверяют, что мы тут собираем. Господи, облетались прям. Ну, одна цивилизация, куда же от вас деваться-то? Птичек не слышно. Проехался.